Итак, джентльмены, 1 сентября. И сегодня я предлагаю вам принять участие в достаточно амбициозном марафоне, суть которого заключается в том, что мы с вами будем на протяжении 30 дней каждый день работать с гири. Всего с одной и небольшого веса. 16-24 килограмма. С рабочим весом определитесь самостоятельно. Но делать мы это будем ежедневно. Причем это никоим образом не должно сказаться на нашем обычном распорядке дня и режиме тренировок. То есть в дни отдыха мы находим время на то, чтобы выполнить небольшое задание, а в тренировочные дни выполняем его сразу после основной тренировки. И посмотрим, какие метаморфозы произойдут с нашим телом по истечении 30 дней. Да-да, на все эти 30 дней я зарядился, чтобы каждый день выпускать новое задание по этому вызову. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь, нажмите на колокольчик, проверьте, что все оповещения к вам приходят, и давайте вписываться в эту тему все вместе. А для того, чтобы оценить, какой мы получим результат, прямо сейчас в комментариях напишите: я в деле, свой вес, рост и объем талии. Посмотрим, что из этого получится. Упражнения будут не тяжелые, времени будут отнимать не больше 10 минут, но это сверх той всей работы, которую мы делаем основную, будь то тренируясь дома, будь то в зале. Сегодня, к примеру, я позанимался и уже после этого сделал заброс с приседанием. 4 подхода по 15 повторчиков. Вы сейчас все увидите. Я думаю, эта идея очень хорошая, потому что все подобного рода челленджи, марафоны вы воспринимаете хорошо. Мы проходили по бронзу на 28 дней. Мы делали 10 тысяч махов с гири. Теперь пришла очередь попробовать вот такое задание. Первый комплекс, первую связочку движений смотрите уже сейчас. Завтра будет больше.